бабушкино лукошко, если что касается пюре, да, вот все, что прикормов, да, для деток, то есть вполне заменит себя эта линейка, да, у нас в магазинах. Проверено. Проверенная, да, очень даже вкусная, потому что дегустировали, да, то есть мы же сами все мамы, и не всегда, допустим, гербер был, да, доступен, да, или там в наличии, то есть могли чем-то заменять, и очень даже вкусно. Да, Почему мы нет? покупали бабушкино Да, лукошко. Я помню, вполне. как я сама съедала по баночке. Вот это да. к лечебным Прекрасно смесям, да, больше вопросов. А лечебные смеси фирмы, ну, в принципе, по ним тоже я вот не вижу, чтобы их не было в магазинах детского питания. Вообще в детских магазинах крупных или в аптеках они есть в наличии. И от родителей никогда, ну, не было еще таких обращений у нас. Или там как-то мамы жаловались на дефицит этого продукта.